На сайте МИД Украины размещена информация о правилах въезда на оккупированные территории Азербайджана для граждан Украины, сообщает агентство Тренд. В сообщении предупредительного характера говорится, что категорически запрещены незаконные визиты в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и 7 прилегающих районов – Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский, Кубадлинский, Зангеланский, Джабраильский и Физулинский районы. И посещать эти территории можно только с разрешения официальных структур Азербайджана. В противном случае граждане Украины, нарушившие закон, будут объявлены персоной нон-грата и им будет запрещен въезд в страну. МИД Украины также заявил, что без разрешения азербайджанского правительства на указанных территориях физическим и юридическим лицам категорически запрещается заниматься коммерческой деятельностью,